привыкала шагать по просторам. А вот бегать вместе в жару, да еще и с отягощением в виде огромных бревен и не по прямой восьмеркой, это, пожалуй, трудно. Проверить закалку и проявить себя на мероприятии молодежь за ЗОЖ пришли более 70 сотрудников Сургутнефтегаза. На втором испытании перетаскивание покрышек уже сдают нервы, а у кого-то и силы. Богатыри концентрируют силы в кулаках. Впереди еще много сложных этапов. У нас компания «Сургутнефтегаз», почти 40 тысяч молодежи. Молодежь инициативная, креативная. Очень активно принимает участие в спартакиаде «Сургутнефтегаза». Но при этом ребята и проявляют инициативу и придумывают новые мероприятия. 3 года назад собственными силами мы провели подобные мероприятия, но с более щадящими заданиями для ребят. Ежегодно наши состязания становятся все более сложными для ребят, но при этом и количество участников становится больше. Ребята не боятся прийти и заявиться. Не просто не бояться. Каждая команда уверена, что победит именно она. По условиям в каждой сборной должна быть хотя бы одна девушка. Если участники его не соблюли, то на каждый этап им накидывают 30 секунд. Все-таки парни, они гораздо легче им делать, если они все шестером делают. Прыжки через скакалку – это только звучит легко. Тот, кто рассинхронизировался со своей командой, мгновенно сбивается с ног. Вообще, слаженность на этом соревновании – это половина успеха. Колесо весит 340 килограммов. Легким снарядом на таком шоу силового экстрима не место. Скидку на то, что все они – непрофессиональные спортсмены, никто не делает. Эй, не помирай, друг мой, не помирай, я тебя очень прошу, давай соберись. А у нас вообще не рассчитано на то, что к нам придут только профессиональные спортсмены. Испытания для всех одинаковые. Проработать все группы мышц, да, и ноги, и руки, и плечи, и спину, и пресс. То есть здесь комплекс такой подобран, он действительно как бы, ну, на выносливость. Обливаясь потом и водой из бутылок, молодые профессионалы Сургутнефтегаза проходят эту гонку до конца. Все было легко, мы готовы на эти соревнования, должны занять первое место 100%. Да, было очень круто, я выступаю второй раз, это было легче, круто, я еще раз приду. Регион 86, Сургутнефть! Третье место заняла команда «Динамит», подразделение ИЭВЦ. Вторыми стала команда «Прогресс», структура «Сургутнефть». Ну а первое, как и в прошлом году, занял аппарат управления с их идеальной командной работой. Они считают спорт своим образом жизни и тренируются, внимание, всей командой в одно время после работы. Очень тяжело было делать пресс, и со штангой была становая тяга, очень тяжело. Я занимаюсь спортом, и для меня это вызов проверить себя, смогу, не смогу. Очень интересно, участвую второй раз. В прошлом году был первый, заняли первое место. Екатерина Любишева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.